По информации оперштаба, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 92 жителей региона. Больше всего новых случаев ковида выявлено в Старом Осколе – 41 заболевший. 3071 зараженный в области лечатся амбулаторно, 955 госпитализированы в стационары. Из них 29 находятся в тяжелом состоянии на ВЛ. В Староскольском ковидном госпитале 648 пациентов. Депздрав сообщает, что опасный вирус стал причиной смерти еще 4 жителей региона. Возраст умерших от 52 до 81 года. Всего по официальным данным на территории региона от ковида скончались 512 человек, в том числе 51 староосколец.